Вот это да! Не может быть! Вау, это же коллекция игрушек «Холодное сердце 2» от Hasbro. Мама, а это не сон? Нет, конечно. Это игрушки по мотивам мультфильма, премьеру которого мы все так долго ждали. Да, мама, мы же в кино его смотрели. А кто смотрел, ставь лайк. Мини-замок Энджел. Мама, ты Анна, а я Эльза. Замок готов! А давай посмотрим, что в следующем подарке. Куклы Анны и Эльзы совсем как в мультфильме. Им можно заплетать косы с помощью чудо-машинки. Вот какая получилась коса. Мама, смотри, какая шкатулка. А вот ключик. Так, посмотрим, что же нам откроет этот ключик. Ух ты! Шкатулка превратилась в спальню Эльзы. Тут есть одеялка, кроватка и зеркальце. Да. Вот сюда мы положим Эльзу. И укроем ее. Лерочка, у нас еще есть ее книжечка и стульчик. Нужно не потерять. Мы вот это вот поставим вот сюда. А шкатулку можно закрыть и носить с собой. Мама, а что это за кристаллы? А тут коллекционная игрушка. Нам может попасться один из 8 персонажей. Мы можем целую коллекцию с тобой собрать. Вот какой настоящий кристалл. Лера, смотри. Ух ты, листочки. Да, конфетти. у меня тоже Анна, она тоже по листикам ходит. Как в мультфильме, да, прям? Привет, вторая Анна. Я тоже привет, Анна. Привет. Как зовут тебя? Меня Анна, тебя. Этот листик как ветерок из заколдованного леса. Это мой самый лучший подарок. Анна, выходи за меня замуж. О да, я согласна. Свен, быстрее, нам нужно успеть к Анне на свадьбу.